Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в Драконы, Всадники Олуха. Так, шестой день, забираем сундук, вот этот вот. Угу. Так, рыба и жетоны. Точнее, руны. Прекрасно. Так, у нас 632 миллиона рыбы. Везубик, что ты мне принес? Вообще мизер, 150 тысяч рыбы. Это капля в море, если честно. С нашими ценами, которые здесь они загибают. И это вообще ни о чем. Ну что, сарделечка, давай-ка полетаем куда-нибудь. Иди вон, спасай там драконов. Ну, что вы грустите? Яйцо на костолома выпало. Так, никаких форм. Кривоклык. Шестеренки, наверное, да? А, нет, яйцо. Но по итогу, наверное, все равно выпадет нам тусклый янтарь, скорее всего. А я тебе о чем? Так оно и есть. 84 штуки. Ладно, отправим его тогда дальше в приключение. Пускай летит. Ну и остается у нас Грамгильда. Дает нам 9 рун. Так, пускай летит на маскарад. Так, ну что, вроде бы этих отправил. Давай дальше смотреть. Костолом. Вперед. Ага, ветрокрыл. Сразу же отправляем его на поиски древесины. Точнее, железа. Так, 150 тусклого янтаря. Да, ребят, они очень мало нам приносят ресурсов, я тут не спорю. Поэтому можно даже пока ничего не делать, а найти достойных драконов, которые, естественно, нам будут приносить в разы больше. Ну что такое 20... Ну, ребята, для ловушка лома это уникальный. 21 миллион древесины. Ну это фигня полная. Или тут 16 миллионов. Ладно, еще 55, куда ни шло. Куда ни шло, ребята. 62 миллиона, тоже как бы сгодится. Но не 50 и не 20, извини меня. Или вот 18 лямов. Нет, так не пойдет. 37 годится еще. 48, более-менее. 50. Но не ниже, понимаешь, не ниже. Давай-ка мы, наверное, этого парня... так, древесины не хватает. Так, родной, вернись-ка сюда. Мы тебя отправляем на другое немножко задание. Вот, 165 миллионов. Вот это, я понимаю, добывает. 165 лямов. Или тут 20 миллионов. Есть разница? Конечно, есть. Причем существенная. 24 миллиона, хотя мне кто-то говорил, Буйволорд будет приносить тебе много ресурсов. Где? В каком месте, ребят? Вот, 192 миллиона, вот это я понимаю. Весночес принес мне. Вот таких вот надо отправлять, а не вот этих, которые 25 или 28 миллионов. Но дело-то в том, что у меня прокачанных нету. Мне заменить неким. Вот, в принципе, весь, ребята, расклад. Были бы драконы, которые бы действительно приносить могли бы мне очень много ресурсов, конечно бы я их отправлял в первую очередь. Вот, модификрылка, я не знаю, может быть ее прокачать надо, чтобы она приносила мне нормально рыбы. Пока не очень много. Ну-ка, что-то мне тут. Ну, конечно, три железа ему проще дать. Продолжай идти. Бесплатно. Модификрылка, лети. Так, надо нам, наверное, камеру немножко поднять. Тут что-то уж как-то слишком близко все. Так, я про Йохана забыл, что у него там есть. Ну, возьмем это и вот это. Я так не пойму, это кусок мяса или что это такое? Опять маленькие статуэтки. Пошел. О! Малышня пошла прокачиваться. Премиум, рогобой. Даже пока я не знаю. Так, вернись. Лети за древесиной лучше. Так, я что, я его не отправил, что ли? Забыл, забыл. Так, ну что, друзья, сегодня у нас событие. По-моему, если не ошибаюсь, выживание должно быть.
Давай-ка заберем, наверное, с тобой пак загадочный. Ну, понятно, монеты Одина. Шторморез. Пристеголовый костолом. Отказаться, конечно. Здесь у нас обмен. А, тусклый, точнее, блестящий янтарь. Получаем. А я могу еще отправить? Могу. И пак. Редкий. Шторморез, костолом, кревет, древоруб, шепот смерти, водорез, прихвостень, сарделька. В коем-то веке выпала мне сарделька. Она очень, ребята, мало выпадает, и поэтому очень медленно прокачивается. Что-то мало как-то у нас тут получается. Совсем мало. Ну что, я тогда отправляю нашего... нашего беззубика на поиски. Ну, как обычно, шлемы. Пока ищем шлемы. 70. Ну, неохота мне тратить руны, ты понимаешь? Неохота. Ага, награду заработали. И, насколько я помню, это будут яйца вот эти вот шоколадные, или как они там. Сладкие. Угу. Так, ну вроде бы... вроде бы как... все при делах. О, вот этого еще отправим. Ну что, придется отправлять тогда тех, кто у нас тут стоит, дуркует просто. Только лишь ради того, чтобы они просто тут не стояли на месте. Хвостояр. Тройной удар чемпион. Где обучайся? А, древесины, конечно, обучился. Ну что, вроде бы тут все, ребят. Давайте переходить уже плавно на события. Выживание. Я еще раз говорю, здесь очень будет мало боев. Но здесь будет очень много волн. А по итогу пак, блестящий янтарь, 150 рун, и вот тут вот редкий пак. Так что поехали. Команду оставляем прежнюю. Но траты будут, конечно, наверное, большие в плане прилив сил и вот это вот. Давай начнем, наверное, вот с этого. Как можно быстрее его нужно разнести. Хотя он пока еще маленький, слабенький. Ничего страшного не будет. Но все-таки сделаем так. Укус. Добиваем. И это вторая волна. Не забывай, что на четвертой или после четвертой волны у нас прибавляется третий дракон. Смотри, мелкий, а бомбит все равно. Хоть сколько-то. Ну, правильно, он еще делает понижение брони, поэтому мой барсик становится слабеньким. Да ладно, еще и не добили. Так, это уже третья волна. Так, у нас плода мудрости две штуки имеется, да? А прилив сил аж 29. Ну, я думаю, нам этого будет хватить. Ну, достаточно. Ну, что там, давай. Мимо. Вот, ребята, третий дракон появился. И это водорез. И это водорез. Да хорош уже бомбить-то мне здесь. Мне не нравится, что пониженная броня. И смотри, смотри, что вытворяет, а? Ты только полюбуйся.
Он сейчас опять сюда будет ударять, наверное, да? Посмотри, он докопался до моего кривоклыка, и все. Мне пришлось из-за него плод мудрости потратить. Предпоследняя волна. Давай, наверное, так вот сделаем. Мне нужен масс-хил. В кого он будет бомбить? Он всегда бомбит в того, кто слабее. Ага. Вот так он почему-то решил сделать. Ладно, я не возражаю. Этот с пониженной атакой, этот с пониженной броней. Захиливаемся. Хил, конечно, слабо идет при атаке пониженной. Уничтожили, и остается у нас тут водорез в противниках. Я думаю, сейчас мы с ним разберемся. Но волна еще одна будет, последняя. Вот они, супостаты, стоят. Погнали. У-у-у, что-то как-то... Что-то как-то больно жестко они тут выдерживают мои удары. Хотя уровень 19-й. Так, не трогайте мне. Смотри, что делает, а? Придется так сделать. Да можно было бы, наверное, и без штормореза тут сыграть и выиграть, скорее всего. Но что-то мне неохота просто рисковать. Опа, опа, опа. Влупляет. Понял? Вот почему, ребята, я его пытаюсь уничтожить в первую очередь. Вот из-за таких вот выкрутасов, которые он сейчас сделал. Просто взял и вырубил Барсика. Почти с фул хп. Еще и блокирует, а? Еще и блокирует способности мои. Ну, водорез, ну доиграешься сейчас, а? И это только первый поединок. Еще два впереди. Прошли. Да ладно, плод мудрости, шикарно. Как раз-то мне он и нужен был. Ну давай забирать пак ареновский. Что нам тут выпадет? Шторморез, громобой, крылатый ужас, костолом, стальной проныра. Все. Так, второй поединок. После него мы забираем с тобой блестящий янтарь плюс руны. Там кто у нас? Дымодышащий, да, опять же? Тогда с него пойдем начинать. Этот нам особо ничего не сделает. Я не помню, есть ли у него там суперудар какой-то мощный. Но в отличие от шепота смерти, он намного слабее. Поэтому менее опасен. Да и на данном уровне они вообще не очень опасны, скажем так. Минус один. А, он, у него еще и ускорение идет. У него еще идет ускорение. Ну давай тогда запинывать его в первую очередь, раз он такой ватный. И потом уже займемся дымодышащим. Вот сейчас можно спокойненько разбирать уже его. Опять же, пока они тут вдвоем. Третья волна. То же самое. Меняется все на четвертой. Все-таки понизил броню кривоклыку. Это ничего страшного. Ой-ой-ой, а вот это-то что за чудо? Нафига его сюда воткнули, эй? Блин. Зашибись, они воткнули сюда шепота смерти. Вот нафиг он мне здесь нужен сейчас?
Че, будем бомбить его? Хиляемся тогда, получается, да? Сейчас этого уничтожим. Промахнулся, шикарно. Это хорошо, что он промахнулся. И добиваем. Так, предпоследняя волна. Да блин, ну вот это бесява, конечно. Что вы сюда засунули? Блин, теперь Кривоклык страдает. Нельзя допускать, чтобы три энергии доставалось вот на него, на Шепота. Это просто недопустимо, ребята. Он начнет делать свою ульту. Ну ты видел итог этой ульты. Давай сюда, наверное, бомбанем. Здоровский, блин. Вот не думал я, что он снесет твою налево, блин. Теперь мы в меньшинстве, и у нас еще последняя битва будет. Ну, трындец, ребят, я не знаю. Как мы тут сейчас будем? И втроем-то проще даже энергию набирать. Вот в чем суть. Сейчас еще снесет мне. Блин, сейчас ульта будет. Прикинь. Просто половину здоровья, как будто здесь ее и не было. Сейчас плюнет. Это жестко. Придется так делать. Ох, других вариантов я не вижу. Кривоклыка просто взял, сдул. Бесявый хмырь, а. Ладно, теперь запинать этого только остается. В принципе, нам это под силу. Да ё-моё, ну... Давайте, делайте нормально все. Добивай его. Ну все, допрыгался. Ну что, ребята, крутим рулетку. Смотрим, что нам тут выпадет. Древесина. Лучше бы плод мудрости две штуки. И забираем наши блестящие янтари. Две штуки. Ну и, соответственно, 150 рун. Так, и руны у нас становится 2000. И последний поединок. Я вот не помню, этот пак хороший или нет, но в магазине он стоит 5000 рублей. Вот здесь, в игровом. Или 3000. Ну, неважно, дорого он стоит. Ну что, тут, я думаю, всем понятно. Подожди. Ну да, вообще-то начнем с сородича, потом уже костолома. Ой, костолом-то какой противный, блин. Который бафает себя на атаку. Так, что-то не понял, сфига ли это чучело сюда приперлось. Да какой кусать-то? Немножечко ошибся и нажал не туда. Я хотел его понизить по атаке. А этот, по-моему, двойную... Или... А, он фаербол имеет. Да-да, он фаербол пускает. Ну, тут только Кривоклык хорош против него. Начинается. И это пока он слабенький. Третья волна. Ну, опять же, как и было, уничтожаем вначале Костолома. Потом занимаемся Громолем. Ну давай, что там высматриваешь? Вынюхивает он там что-то.
Через отхил. Кусаем. А кто здесь будет, интересно, третий дракон, а? Кого не воткнуть сюда? А зачем я так буду делать? Я, наверное, сделаю так вот и просто добью его. Да ядрен матрен, одно не легче другого. Ну, по-моему, этот тоже не особо опасен, по-моему. Тем не менее, я буду его уничтожать. Больно бьется, кстати. Мало того, что больно бьется, он еще живучий. Так, сейчас они вдвоем тут разыграют. Блин, повышение атаки. Обалдеть. Вот это он лупит, а, своими фаерболами. Это четвертая волна, блин. Девятнадцатый уровень. Ну давай, сделаем так. Сделаем так. Сейчас они втроем тут разыграют картишки. Раз. Ну, понятное дело. Два. Три. Делаем так. Это необходимость. Только давай без фаерболов, парень. Хотя у него энергии нету для фаербола, но все-таки. Замечательно. Нам еще одну волну простоять. И все, и будет победа. Но он сейчас фаербол, наверное, как всегда, замочит свой. Нет. Повезло нам. А вот и последняя волна. Ну что, друзья, приступаем. Поехали. Так. Сделаем так. 20-й левел. Сейчас фаербол залупит. Блин, я просто его боюсь, этот фаербол. Он очень жестко бомбит. Что у тебя? Я думаю, у него что-то будет помощнее. Но такой расклад меня вполне устраивает. Да нет, не надо только вот этого, пожалуйста. Давай, игра, прогружайся. Так, вроде... Да, нормально. Не вылетай только. Только не влетай. Мне не хватало здесь. Ладно, давай так сделаем. Костолома в труху. Ну что ты там? Блин. А поэтому не попал, да? Поэтому не попал он. Ну, я могу сказать только одно. Доигрался парень на скрипке. Пора его отправлять кое-куда. Все? Ну, до свидания. Ну, а мы прошли события. Крутим колесо. Смотрим, что нам тут выпадет. Плод мудрости. Спасибо. И забираем наш редкий пак. Давай посмотрим, что из него нам выпадет. 750 рун. Так, лопата, шлем, 90 золота, ой, железо и буйволорд. Редкий. Таких у нас уже две штуки. В ангар пускай идет. Сезонный абонемент. Еще награду получаем, да? Окей. Даже две. О, да.
Так, шторморез, Пристиглов, Громель. И 250 сладких яиц. Так, подожди, а мы же ставили кузню на прокачку. Блин, она еще 10 часов будет делаться. Она еще будет 10 часов делаться. Так, ребят, ну что, у нас... У нас есть один пак. Я думаю, что в следующей серии, даже если не будет никакого события, мы просто придем с тобой набивать паки. Хоть чем-то займемся. Да? Хоть чем-то будем здесь заняты. Покормить. Давай покормлю. Громорок отпрыск. Огнепек. Бим. Иди, Бим. Немножко потренируйся. Болельщик сардельки. Ну что, друзья, а на этом все. Всем удачи и до новых скорых видосиков.